Отже, маємо ми скайп, зв'язок із Іллією Новіковим. Він є адвокатом Надії Савченко, і будемо з ним говорити про резолюцію Конгресу США щодо звільнення Надії Савченко. Він вже є на телефонному, перепрошую, зв'язку. Здравствуйте, добрий вечір, добрий поздній вечір. Добрий вечір. Я так понимаю, что слышите меня хорошо. Собственно, хотелось бы, чтобы вы рассказали немного про эту резолюцию. Насколько возможно, что ее сегодня примут, и если ее примут, что это будет означать для Надежды? Ну, мы надеемся, что ее примут. Угу. Может быть, с какими-то незначительными изменениями, не по существу. В США сейчас находится мой коллега Марк Фейгин. Он обещал сообщить, как только будет какой-то прогресс по ситуации. Вообще, Конгресс США – это, наверное, одна из многих структур в мире, которые имеют достаточно авторитета, достаточно власти, чтобы их резолюция не осталась просто благим пожеланием. Поэтому, несмотря на то, что мы были очень удовлетворены тем, что ПАСЕ высказалось по поводу надежды, и парламент разных стран высказались по поводу надежды, но Конгресс – это все-таки сила. Поэтому мы, конечно, ждем вот этого в наибольшей степени. Скажите, пожалуйста, но мы вот слышим... Просто, например, да, мы почему спрашиваем, насколько это будет иметь действительно значение для освобождения Надежды Савченко, потому что 13 февраля, если я не ошибаюсь, Сенат США уже призывал Российскую Федерацию освободить Надежду Савченко, ну и очень много там было резолюций при этом, документов, и Комитет министров Рады Европы, и выступала Федерика Могерини, и Парламентская ассамблея Рады Европы, то есть было уже несколько таких призывов, принято документов, но тем не менее как бы решения и результативности нет. Поэтому мы спрашиваем, насколько этот документ важен, и эта резолюция важна для... это именно то, о чем я говорю. Европейские структуры, они в силу того, как в Европе выстроен баланс вот этой вот власти при принятии разных решений, они, как правило, лишены возможности напрямую перетрансформировать вот свои решения, свои требования по поводу надежды в какие-то чувствительные санкции. Конгресс США – это та структура, которая может это сделать. Если вы читаете текст проекта, который опубликован на сайте Конгресса, там очень сильные выражения. Там говорится про призыв Конгресса оказать агрессивное давление на российские власти. Это не просто слова, это за этим стоит совершенно конкретное понимание американскими конгрессменами того, какие именно меры следует предпринять, если Россия не освободит Надежду в ближайшее время. Это не то, что было в Европе, это совершенно другая история. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос уже теперь касательно вот самой Надежды. Сегодня появилось заявление ее сестры Веры Савченко, которая вот сейчас выехала в Европу убеждать, я так понимаю, европарламентариев, да, и в принципе журналистов говорить как можно больше, и привлекать внимание к этой ситуации. Вот она сегодня заявила о том, что в последнее время к Надежде зачастили российские политики, и якобы они ее уговаривают, чтобы она признала свою вину, и собственно потом бы она смогла выйти по помилованию. Что вы знаете об этом, и правда ли это? Ну, вы знаете, такие разговоры ходят довольно давно, чуть ли не с самого начала. Мне кажется, что люди, которые во властных структурах России всерьез интересуются этой ситуацией, уже понимают, что Надежда не тот человек, которым вообще имеет смысл вести такие разговоры. Тем не менее, подобные заходы, конечно, были и будут. Это правда. Ни мы, ни Надежда не склонны верить в подобные обещания, во-первых. Да, даже если бы верили, это не та цена, которую она готова платить за свое освобождение. Она с самого начала заявила, что для нее принципиально добиться, не важно, как это будет оформлено с точки зрения российских, там, судебных и следственных органов, но для нее принципиально, чтобы в глазах всего мира, в первую очередь украинцев, то совершенно очевидно, что она не признает себя виновной и не идет на сделки в этом вопросе. Скажите, а можете сказать, вот эти вот депутаты, которые, эти политики, которые приходили к Надежде, вот, собственно, Вера говорит о том, что перед их визитом была проверка изолятора, и она говорит о том, что это достаточно влиятельные и авторитетные политики. Вы можете это подтвердить? То есть насколько высок статус этих депутатов и политиков, которые приходили к Надежде на днях? Ну, смотрите, я не могу подтвердить насчет того, что там были депутаты. По крайней мере, такой информации у меня нет. Из тех, кто более или менее регулярно навещает Надежду в СИЗО, это наши
специально уполномоченные по защите прав человека должностные лица, и я не могу ни подтвердить, ни врать на того, что такой разговор происходил, в частности, между, например, Эллой Памфиловой, которая омбудсмен России, да? Что госпожа Памфилова конкретно уговаривала одежду на подобную сделку. Но то, что всякий раз, когда в СИЗО происходит вот такой визит кого-то высокопоставленного именно к Надежде Савченко, там происходит совершенно генеральная там уборка и построение персонала, и, в общем, какой-то такой административный восторг, да, это имеет место. Дело в том, что по условиям, которые соблюдаются в российских СИЗО при содержании людей, которые там находятся под стражей, мы, адвокаты, можем их посещать только в ограниченное время, только в специальных кабинетах. В то время как вот эти вот уполномоченные лица могут к ней приходить, в принципе, в любое время, которое они считают для себя удобным. Поэтому мы, к сожалению, не можем контролировать все эти люди. Скажите, ну вот как вы оцениваете то, что сестра Нади, Вера, вот поехала в тур, так сказать, да, убеждать всех и дать огласке задержания Надежды? Это поможет общему делу, вот, по вашему мнению? Я откровенно восхищаюсь постом сестры Надежды, Веры. Мы с ней много раз, помимо того, что постоянно общаемся по поводу текущего дела, по поводу состояния Надежды, мы с ней много раз пересекались на различных пресс-конференциях и встречах, посвященных ситуации. Нам вот это очень хорошо и очень полезно, то, что она сейчас занимается вот подобным лоббированием ситуации, потому что людям, которые не наблюдают за развитием дело на постоянной основе, необходимо понимать, что происходит. Ситуация настолько дикая, что я боюсь, что у европейцев в голове просто может не укладываться то, насколько жестко, насколько произвольно в данном случае нарушается российский закон. Чем больше об этом будет говорить, тем, разумеется, лучше. Ну и как бы вопрос, наверное, ожидаемый для вас. Какое нынешнее физическое, моральное, психологическое состояние Надежды вот на данном этапе, в данные дни? Знаете, Надежда вынуждена сейчас играть такую очень непростую игру с врачами, что-то такое, там, какие-то кошки-мышки в медицинской плоскости. Дело в том, что, несмотря на то, что она продолжает вот эту свою голодовку, она была предупреждена, и это правда, что в случае, если она слишком ослабнет, врачи просто откажутся отпускать ее на судебное заседание. А у нас на пятницу намечено одно судебное заседание, следующее будет, скорее всего, на следующей неделе. Это очень принципиальные суды, на них будет обсуждаться вопрос о том, почему Россия отказывается признавать иммунитет, который Надежда имеет в связи с тем, деликат пассе. И ей, конечно, очень важно присутствовать на этих судах. Поэтому ей сейчас приходится очень тонко балансировать. Ей каждый день, 3 раза в день предлагают пищу, и обычную, вот ту, которую там продается, и какую-то специальную диетическую. И до последнего времени она там где-то 1 раз, наверное, из 3 или 4 раз что-то брала. И тщательно следила, чтобы у нее вес не падал ниже определенного минимума, потому что иначе просто изолируют от судов и вполне могут поместить в условия изоляции больничную палату, чего она не хочет допустить. При этом она не отказывается от своего намерения таким образом путем своей голодовки припереть к стенке Следственный комитет России, чтобы они не считали, что у них есть ограниченное время на это следствие. Надо сказать, что тактика действует. Мы заметили, что буквально последние недели Следственный комитет оживился. Все многочисленные экспертизы, которые назначались вот все месяцы с самого 1 с августа и сентября, сейчас нас знакомят с их результатами. И вообще картина очень похожа на то, что следователи планируют где-то, может быть, к концу мая или несколько позже видеть о том, что не закончили расследование. По крайней мере, у нас есть такое впечатление. Илья, хотели бы еще уточнить по поводу экспертиз. Вот вы неоднократно говорили о том, что назначает следствие несколько экспертиз, там сначала 5, 4 и так далее. Насколько они важны и какой может быть результат от этих экспертиз? Или это просто очередное затягивание? Вы знаете, я не могу сказать, что они служат только для затягивания. При том, что я думаю, что следователи уже понимают, что ситуация абсурдна, да?
но все-таки большинство экспертиз имеет по собой какую-то разумную основу. Но из того, что у нас имело место вот буквально сегодня, мы сегодня знакомились с некоторыми результатами экспертиз, я могу поделиться следующим наблюдением. На самом раннем этапе наш спикер Следственного комитета генерал Маркин объявил о том, что у следователей есть абсолютно убедительные доказательства виновности Надежды Савченко. В частности, это подтверждается записями, которые не были обнаружены. Так вот, записи, которые не были обнаружены, это был блокнот, который боевики, сепаратисты обнаружили в машине сестры Веры, когда они до нее добрались. И это был не ее блокнот. Это были совершенно посторонние записи, чужие. И она об этом заявляла следствию. Следствие не верило. И вот сегодня нам показали результат подчеркающей экспертизы, который говорит, что действительно, да, эти записи не имеют никакого отношения. Это схема, которую, судя по всему, рисовали сами сепаратисты. По крайней мере, Надежда никаким образом к их рисованию не причастна. И это только один из моментов, в которых российская версия, версия российского следствия еще пошла. Так что экспертизы, они имеют смысл определенно. Мы не пытаемся предъявлять каждого из них, мы обязательно подходим к вопросу о том, какую экспертизу принимать, и это очень важно. И расскажите, пожалуйста, знаем о том, что вы подавали в Басманный суд жалобу о том, что вот Министерство иностранных дел России рассуждает об иммунитете Надежды Савченко как делегата ПАСЭ. Какой-то есть результат рассмотрения этой жалобы? У нас нет рассмотрения, потому что вот буквально в эту пятницу у нас будет рассматриваться первая из этих жалоб. Там подано две жалобы. Это может показаться такой определенной казуистикой, но вот мы посчитали необходимо распределить следующим образом. В пятницу будет рассматриваться вопрос о том, обязана или не обязана Россия была прекратить уголовное дело в отношении Надежды немедленно после того, как стало известно, что он делегат ПАСЭ. А несколько позже, скорее всего, на следующей неделе будет суд по поводу того, что если не прекратить, то обязаны ли бы хотя бы отпустить ее из-под стражи. Вот эти два вопроса будут обсуждаться раздельно. И они, наверное, принципиальны не в том смысле, что мы рассчитываем, что Басманный суд может принять решение в пользу Надежды, но в том смысле, что мы считаем правильным публично и очень внятно на правовом уровне обсудить эти вопросы, чтобы все, кто наблюдает за делом, могли для себя делать соответствующие выводы о том, насколько Россия и российские суды всерьез воспринимаются обязательства по членству в Совете Европы. А именно из этих обязательств вытекает иммунитет, которым пользуется Надежда. Ну, мы будем тогда тоже вместе с вами следить за заседанием. Мы неоднократно говорим об этом в эфире и будем, надеюсь, включать вас, либо ваших коллег. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам, что спасибо смогли огромное поговорить с нами так поздно. Да, знамо на прямому звязку с Москвы Илья Новиков, адвокат Надежды Савченко.